Меня зовут Валерия, и я ведущий контент-менеджер Cool Clever. Сегодняшний выпуск мы посвящаем нашей программе лояльности, такой же честной и открытой, как и все, что мы делаем. Если мы говорим про выгоду, то с упором на нашу систему лояльности. Когда ее задумывали, сразу хотели, чтобы это было честно, удобно и по-настоящему, а не мистические бонусы, которые начисляются только избранным и не несут никакой выгоды, а еще и сгорают через месяц. Знаете, как бывает? Можно списать бонусы только за 30% стоимости, только почетным дням в полнолуние, и через неделю бонусы сгорают. Так вот, у нас не так. Мы не стремимся завлечь ценой, а когда хотим привлечь внимание гостей к нашим продуктам, то идем от их качества и от их вкуса, а не пишем на огромных транспарантах, знаете, скидки, скидки, роняем цены. У нас выгодные и понятные акции. Скидки на хитовые продукты, подарки, кегли. Акции плюс один, когда три товара получаются по цене двух, например. Мы ставим их на те товары, которые гости и так берут в количестве нескольких штук. Например, творожные сырки или популярные вина. А тут один продукт получается в подарок. Акция «Вкусно вместе» – скидка за покупку определенного сочетания продуктов. Тут и объяснять нечего. Это всегда те сочетания, которые правда, но очень вкусные. А еще у нас в Cool Clever новая акция каждый день, и мы так их и называем – акции дня. В них вас ждут напитки и выпечка за полцены, или, например, продукты классные, прикольные, вкусные в классной пятнице. А еще, конечно, подарки просто так каждые выходные. Так вы скидки получаете, и подарки вас ждут очень прикольные и вкусные. Но, конечно, главные звезды нашей программы лояльности – это кегли, приятные бонусы, которые мы дарим за покупки онлайн и в магазине. И их можно обменять на натуральные продукты и напитки в Cool Clever. Смысл названия кегли в этом и заключается. Их можно получить и обменять на килограммы, граммы и литр продуктов и напитков. Разрабатывая программу клуба друзей Cool Clever, мы и здесь опирались на идею о честности во всем. Хотелось создать такую систему начисления баллов за покупки, чтобы это было действительно выгодно для гостей. И вот несколько фактов, которые подтверждают, что реализовать эту идею у нас получилось. Кегли не сгорают. Никогда. Кегли можно списать на 100% стоимости продуктов и напитков. Никаких хитростей, все просто. Копите кегли и обменивайте их на продукты и напитки. Так наши гости накрывают праздничный стол икрой, тортами и стейками бесплатно в обмен на кегли. Кегли можно переводить друзьям. Каждый продукт имеет свою ценность в кеглях. Ее мы указываем на ценнике в магазине или в карточке товара в онлайн-каталоге. Виртуальная карта есть в мобильном приложении Cool Clever. Это QR-код, который надо показать продавцу. Скачайте приложение, и тогда карта всегда будет под рукой. Кстати, еще можно назвать свой номер телефона, который привязан к карте Cool Clever. Мы с коллегами посчитали и выяснили, что если активно копить кегли, то бесплатной получается каждая седьмая покупка. Возможностей копить кегли очень много, и мы постоянно продумываем дополнительные акции, игры и события, в которых можно получить еще больше кегли. И постоянно тестируем их на себе, поэтому уж кто-кто, а коллеги копить кегли точно умеют и знают, как это делать. Поэтому мы сегодня решили узнать у них, как же они научились копить больше кегли и делать это намного быстрее. Я очень люблю нашу компанию, я периодически участвую в различных акциях, в том числе это программа «Лучший покупатель». Также очень классная акция – это «Классная пятница», «Большие кегли» и, конечно же, акция «Привет, понедельник». Программа «Лучший покупатель» – это та программа, в которую клиент может подключить свои любимые продукты, и за них кегли будут начисляться в пятикратном размере. То есть это очень выгодно. Если за мороженое мы получаем стандартное начисление, к примеру, 10 кеглей, то по программе «Лучший покупатель» это целых 50 кеглей. Это очень здорово. Да, и программа «Лучший покупатель» сокращенно называется «Луч». А в программу «Луч» к проекту «Мяснов» можно подключить абсолютно любые позиции, продукты, 15 наименований. Это могут быть пирожные, это могут быть котлеты, это может быть какая-то колбаса, выпечка. К проекту «Отдохни» подключаем 7 напитков. Любые напитки, которые клиент чаще всего приобретает. А по программе «Лучший покупатель» очень выгодно накапливать кегли. То есть, если мы постоянно посещаем наши магазины, то, конечно, в месяц мы можем получить вместо, например, 1000 кеглей целых 5, потому что программа «Лучший покупатель» – это прежде всего увеличение кеглей в пятикратном размере. За те
товары, которые у нас подключены к программе. То же самое по проекту «Отдохни». И в интернет-витрине мы предлагаем все, чтобы покупка была вдумчивой. Узнать все про продукты состав, как их приготовить и даже его историю. И только потом сделать заказ. Можно даже не на сейчас, а заранее. Вот и я перед походом в магазин всегда анализирую, что мне нужно купить, составляю список и обязательно сверяюсь с акциями. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вот, я являюсь покупателем продуктов Cool Clever и покупаю уже лет 10, и еще с тех пор, когда был у Мяснов. Я уверена в качестве продуктов Cool Clever, вот, поэтому я всегда смело рекомендую эту продукцию. Вот. Хочется, чтобы было больше осознанных людей и питались более качественными продуктами. Кстати, хочу рассказать про реферальную программу, то есть можно пригласить друга, количество друзей не ограничено, и каждый получит по 3000 кеглей. Рекомендую. Я пригласила уже 6 друзей и получила 18 тысяч кеглей. Ура! Я буду их тратить, как только прихожу в магазин Cool Clever. В первую очередь это, конечно, булочные изделия, сгущенку. Я, люблю сладкое, вот. Ну и, конечно, мясную продукцию обожаю. То есть и курицу, и свинину, и сосиски. Вот, поэтому обожаю все, что есть в Cool Clever. Хотела рассказать один случай. У меня был день рождения, вот, и мне захотелось что-то особенное для своих гостей. Поэтому я решила заказать особенное шампанское из великих погребов. Причем это шампанское, оно возится специально только для клиента под заказ. То есть пришлось его заказывать заранее, 3 месяца, потому что его необходимо ждать. Вот. И приятный бонус был то, что у меня были накоплены бонусы, соответственно, я смогла часть покупки расплатиться бонусами. Тоже был как подарок для меня на день рождения. Да, я обменивала себе на день рождения, когда устраивала праздник у себя на даче. То есть мы закупились бесплатно, только на кегли. Друзья, а на что вы тратите кегли? Пишите в комментариях к этому посту и читайте, что же мы приготовили для вас на этой неделе. И пусть ваш четверг будет добрым.